пришла посылочка от дяди Наили из Димитровограда. Вот, получил вчера ее. Дела в Литвиниях. Ну, посмотрим, что у нас тут есть. Так. Еще не распечатывал ни разу. Заказал я ему, значит, проводки, чтобы он мне сделал по классику. Вот. Очень много споров по поводу этих проводов. Сейчас мы их будем проверять. Здесь три штучки у нас детальки для механического привода. На Озон тоже попросил. Ну, собственно говоря, сами провода. Давайте их протестируем на сопротивление. Нулям. 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 Так. Тоже помню. Ну, соответственно, имеем нулевое сопротивление на этих проводах. Вот сейчас отложим пока в сторону их. Попробуем просто для сравнения протестировать провода Made in USA. Вот. Не знаю, возьмем один провод для начала хотя бы. Так. Пятерочка у нас здесь получается. Думаю, что все не будем. Вот еще можно парочку замерить просто так для сравнения. Здесь 7. Но обычно 7 показывают. Это, в принципе, норма для них. На самом деле неплохие провода. Надо сказать, что они работают. Никаких проблем с ними особо нет, но мне захотелось другие провода просто попробовать для эксперимента. Очень много просто разговоров по поводу этих проводов. Стало интересно, любопытно. Так. Ну, тут у нас стандартные силиконовые провода. Так, посмотрим. Эти провода еще раз. Интересно, то, что здесь наконечники у нас удобные достаточно, да, для того, чтобы их можно было легко достать. То есть легко руками зацепиться, можно потянуть, никаких проблем не будет, ничего не оборвется. Держать удобно. Вот здесь они у нас просто гладкие, да, изолятор. Мы видим, что сопротивление нулям. Вот медная жила. У нас проводки от Наили. Сейчас попробуем другой провод здесь, который у нас якобы американский. Не знаю, что это будет, видно тут или нет. Вот, да, видно, да, что у нас провод в изоляции. На самом деле там внутри нейлоновая нить с графитовой крошкой вся, короче, перемешанная. То есть прямо там нейлон с графитом. Вот он как бы заизолирован и не видно, на самом деле, что внутри. Но дело в том, что вот все время говорят, что да, нет помех, там она не создает. Да чем есть помехи? На самом деле помехи тут ни при чем. Если немножко включить голову, то становится понятно, что нейлон с графитом на порядок дешевле будет, чем медная жила. Поэтому производители его используют. Спасибо еще раз дяде Наилю. Попросил у него 3, он положил 4. Вот. Спасибо огромное. Буду теперь с удовольствием собирать. Ну, собственно, специально для канала Наиля Порошина. Огромное спасибо ему.